Учащиеся Одесского центра профессионально-технического образования получили 30 новых смартфонов. На телефонах установлено специальное приложение, которое поможет в обучении детям с нарушениями слуха. На экране гаджета каждый ученик будет видеть материал, который объясняет преподаватель. Кроме того, с помощью приложения педагоги смогут предупредить детей об опасности. Викладач голосовим повідомленням. Доброго дня, шановні учні. І навпаки, наприклад, яка у мене сьогодні оцінка? Надрукувала, відправляємо. Яка у мене сьогодні оцінка? Это вообще прямая обязанность государства, максимальная адаптация этих деток в обществе. Мы разработали программу на 2017-2018 год. У нас 6209 детей, из которых 3548 учатся в учебных заведениях. Это школы и ПТУ, остальные детки дошкольное образование, то есть детские садики. Мы максимально стараемся создавать классы в обычных учебных заведениях, то бишь не интернаты, чтобы детки были максимально адаптированы. Если у нас в 2016 году было 82 таких класса, сейчас у нас 188. Одесский центр профессионально-технического образования – одно из немногих профильных заведений, которое обучает детей с нарушениями слуха. Учреждение готовит кадры по 29 профессиям – строительного и монтажного направлений, сферы услуг, общепита, электротехнического производства и автомобильного транспорта. На базе нашего учебного заведения второй год действует эксперимент всеукраинского ревня, именно направленный на обеспечение доступа детей с ограниченными возможностями к образованию. Благодаря этим гаджетам у них появляются дополнительные возможности и по улучшению качества обучения, и, скажем так, по безбарьерному доступу. То есть с помощью этой программы, с помощью этого гаджета они смогут, и легче им будет и покупать лекарства даже в аптеках, или также обслуживаться в банках, в магазинах. И я думаю, что то качество обучения, которое мы предоставим, даст им возможность лучшего обучения и получения хорошей специальности.